Наступил долгожданный и теплый день для всех детей страны – 1 июня. В этот важный и особенный праздник в Каспийске проходят различные мероприятия. Так, на территории Анжи-арены в Каспийске прошел триатлон «Чеглок» с участием детей со всей республики. Для них были подготовлены различные испытания – плавание, велогонка и бег. По завершению всех этапов будет избрано 6 победителей, которые успешно прошли все испытания. Они получат денежные призы, медали и грамоты. Организатором мероприятия выступит Дом дружбы при администрации региона, Дагестанская федерация триатлона, а также немалое количество спонсоров, которые также подготовили индивидуальные подарки. Данное мероприятие впервые проходит на территории Анжи-арены. В соревновании могут участвовать ребята от 8 до 13 лет. Стоит подчеркнуть, что дети заранее прошли медицинское обследование.